Подожди, ты не... А, ты статуя. Твою же мать. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его Эмменталь. Эмменталь, вот это да, наверное, крутая штука. Давайте сразу оценим, что он из себя представляет, этот Эмменталь. Клинок из Тир Тохаэр, который мы подняли, тоже неплохой, но похуже, мы его пойдем на продажу. И Эмменталь, но тоже не айс. Хотя, в принципе, три ячейки, то есть меч-то сам по себе, конечно, здоровский, но, блин, оно того не стоит. Ладно, находки пустим на продажу. Фигурка змеи, кроны. Это, конечно, здорово, но я по-прежнему не видел здесь улучшения школы кота. А это плохо. Давайте сразу выставим тот квест, наверное, поставим его. Охота за сокровищами, ведьмачьей древности, улучшение школы кота 1. Используя ведьмачье чутье, найти чертеж для улучшения сапог. Он должен быть где-то прямо здесь. Давайте сразу не будем торопиться отсюда уходить. Давайте осмотрим окрестности как следует. Где же он может быть, этот чертеж? И почему мы его упустили из виду? Должна быть противная водичка. Блин, какого черта? Я не вижу пока здесь чертежа никакого. Это меня очень сильно печалит на самом деле. Возможно, конечно, с другой стороны портала... Вполне вероятно, да? Такой расклад. Ну, давайте попробуем, хорошо. Активируем портал и пойдем. Зайдем туда, посмотрим, может он там. Я отсюда без чертежа не уйду, так что в любом случае надо его искать. Не, ну смотри-ка, тут его нет. То есть показан все-таки он именно там. С той стороны. Ну да, очевидно. Ну что ж, здорово, что портал можно активировать по много раз. Знаешь, что не по одному разу зашел, вышел, и все, и портал сломался. Так, продолжаем тогда поиски, друзья. Какого хрена? Спрашивается, где, собственно, этот... Этот долбанный чертеж может быть. Тут еще какой-то портал есть, кстати говоря. Ну, давайте его активируем, но пока не будем торопиться выходить. Блин, ну я больше просто ничего не вижу тут такого интересного. Может, еще раз надо две эти штуки активировать одновременно? Ну, не одновременно, в смысле, а по очереди. Да нет, по-моему, это нифига не дает мне. Это просто какие-то глупости, по-моему. Обидно, досадно. Фигурка змеи какую-то мы нашли, а что на этом какого-то толка? На кой хрен она мне нужна, непонятно. Но по идее показано же прямо здесь, да, где-то, то есть типа... Ищи да найдешь. Я вот бегаю, зажав кнопку... Видимо, еще зрение, чтобы мне помогло, да, найти, получается, этот чертеж. Пока нифига его не вижу нигде. Выше. Показано выше, вот оно что. Так, хорошо, давайте сходим в тот портал, посмотрим там. Может, все-таки где-то мы его упустили из виду до этого. А, может быть, здесь? Ну-ка, ну-ка. Свежий воздух, наконец-то. Странно. Последняя запись чародея Айрамоса. Давайте прочтем, что же он там написал в последней своей записи. Так, используемые вещи, это у нас получается книга, скорее всего, да, новая? Да, так оно и есть. Последняя запись чародея Айрамоса. Охотники несколько дней кружат по округе. Конечно, я и раньше знал, что они появятся. Видение после ароматного лимбургера было очень выразительное, но я должен рискнуть остаться здесь еще на несколько дней. Сыры вошли в решающую фазу дозревания, и о транспортировке их не может быть и речи. Я работал над этим рецептом 40 лет и предпочту скорее погибнуть сейчас, нежели сдаться. На тот случай, если я буду не в состоянии предсказать или предвидеть нападение охотников, оставляю мое самое ценное имущество тому смельчаку, что сумеет его найти. Надеюсь, что награда эта вдохновит его на продолжение моего дела и направит ее путем выдающихся тиромантов Жофея Мунстера, Авена Ве Бульона, а также Эрика Стилтона. Ну прости, Рамос, сыры надворить я не намерен.
А вот сундучок, пожалуй, твой обыщу, естественно. Отлично, а вот и он. Чертеж, улучшенный доспех, школа кота. О, да, детка. Так, ну и перескать присыли, что стало известно Дуду. Это что у нас такой за квест стоит, получается? Давайте посмотрим. Да здравствует искусство. Нет, это не то. А где у нас дополнительная задача, получается? Что у нас там по этим сырам? Так, мечи, вареники, кулаки ярости. Владыка Ундвика, рядовой меч, избранник богов. Упражнение высшей алхимии, сердце леса. Чудище из доброго. Лихо лесное. А я что-то не вижу по этой сыре ничего тут. Странно. Ладно, как бы то ни было, давайте тогда отсюда убираться и, собственно, искать место, где мы можем скрафтить доспехи. Кстати, как круто доспех выглядит на этом самом под дождем. Прям таки очень эпично. Так, ну вот мы, собственно, здесь, да, тут где-то было же, точка-то быстрого телепорта, но что-то я в этот раз ее не вижу. А, может, подальше, вот она, наверное, да? Давайте отправимся тогда во Вроннице, там у нас замечательный краснолюд мастер, который кует доспехи только в путь. Я думаю, что у него уровня должно хватить. Так, Вроннице у нас где-то были снизу, если не ошибаюсь. Пам-пам-пам, Коломница, деревня Стежки, где же они? Вот он, замок Вроннице. Эх, давненько мы там не были. После смерти барона я затекал в стране ходить, но там слишком крутой мастер, которого просто обязаны опустить и, собственно, сделать себе новые крутые вещи. Надеюсь, что мне хватит различных ингредиентов на это, но если что, будем собирать то, что у нас уже имеется. У нас там много всякого дерьма с собой. Так что думаю, что кое-что можно и раскрафтить на ингредиенты. Заодно мечи продадим крутые, которые мы там нашли в этом подземелье. Сырые темные силы. Интересно, конечно. То есть мы взяли там меч, по идее, на продажу, конечно, он пойдет. Но больше там особо ничего ценного, кроме рецепта, не было. Поэтому квест на самом-то деле так себе. Я думал, что за него, может, кто награду даст. Но квест, получается, выполнен. И награда мне никакая не светит. В общем-то, странно все это. Очень странно. Ладно. Как бы то ни было, пойдем. И наконец-то сходим к мастеру. А вот и он, старина Фергюс, ну привет. Чем могу служить? Ну как всегда, старина, сделай мне доспехи. Мне нужны доспехи. В гвинты не играю, поэтому мне нужны доспехи. Так, болты мне не особо нужны, давайте смотреть тогда. Гамбинзон охотника, школа грифона, школа кота. Так, а мне нужен, получается, улучший, да? Улучшенный. Доспех школы кота. Ну вот он, я могу его сделать. На какой он уровень? На 23-й. Ну что ж, 3 уровня, придется потаскать его с собой. Зато броня у него просто нереальная. Также сопротивление стихиям и сила атаки. В общем-то, очень неплохая штука. Крафтим. Великолепно. Так, теперь далее смотрим. Компоненты и мусор меня и мало интересуют. Перчатки. Школа медвежья, школа грифона, школа кота у меня получается вроде как есть. А мне нужны теперь улучшенные. Или подожди. А улучшенных перчаток школы кота у меня и нету, получается, как-то. Как-то странно. Ладно, сапоги. Охотничий, горного народа, школа грифона. Сапоги школы кота, следопыта, топорника, убийцы, улучшенные сапоги школы кота. Вот это то, что нужно. Тоже 23 уровень. Ну что же, ладно. Крафтим. Серебряные мечи. Отличный серебряный меч, школа кота. Для этого нам не хватает. Чего не хватает нам? Улучшенного серебряного меча, школа кота. А улучшенный серебряный меч, школа кота, мы, по идее, можем сделать. То есть нам вроде как все подходит, да? 23 уровня. Почему-то мы не можем его изготовить. А, потому что это не тот мастер. Не тот ремесленник. Ну что же, мечи тогда он, получается, не сделает. Ладно, мы сделали неплохие доспехи, мы сделали... все, в общем, здорово. Давайте выйдем, да, проверим, что мы сейчас можем одеть на себя и что придется снимать. Бывай. Я уже, видите, без сапог просто хожу. А это мне есть хорошо. Давайте поглядим тогда, получается, что на мне осталось для начала. На мне остался доспех школы грифона. По идее, он неплохой. Пока что 23 уровня таскать буду тогда, получается, его...
Не так ли? Да, вроде как так. Перчатки у меня тоже школа кота, они остались почему-то улучшенные, я где делать не нашел. Ну да и ладно, штаны у меня школа кота. Их, кстати, надо тоже улучшить, пожалуй, если такая возможность имеется. И сапоги, значит, получается. Так, так, а что по мечам? Что по оружию? Стальной меч школы кота и серебряный меч школы кота, который тоже должен улучшить, но тогда, соответственно, они мне тоже попадут. Ладно, пока что это не важно, пока что давайте что-нибудь оденем на ноги. Это мы одеть не можем, то есть получается улучшенный доспех и улучшенные сапоги. Надо какие-то тогда другие сапоги себе скрафтить, пожалуй, посмотреть, что у нас там со штанами вообще происходит. Давай старый обратно к мастеру. И посмотрим. Чем могу служить? Да кое-чем можешь, родной. Мне нужны доспехи. Так, арбалет школы кота, кстати, какого уровня? 29-го, пока бессмысленно, к тому же нет частей. Так, доспехи не интересуют, мусор не интересует, перчатки тоже, сапоги. Давайте тогда смотреть какую-нибудь броню получше, которую дают. 38, в принципе, неплохие такие, да? 31 похуже. 43 вообще, по-моему, замечательные. Давайте тогда пока их сделаем, что ли. Их оденем. 55 улучшенные, но у меня такие уже есть, поэтому мне сейчас это ни к чему. Так, мечи все понятно. А что по поводу штанов? Штаны. Вот это уже интересно. Отличные штаны школы медведя, улучшенные школы грифона, школы кота. И все, получается. Так, ну давайте тогда посмотрим улучшенные школы грифона. Как уровень 18, по идее, можем, наверное, сделать тогда обычные. А теперь улучшенные. Будет такая у нас сборная броня, состоящая из двух частей, то есть школа кота и школа грифона. То есть легкий и средний Бывает. Доспех, смешанный. Так, хорошо, рюкзак. Надеваем пока что тогда, получается, сапожки. Эти. Так, и штаны 45-е, мои 43-е. Чуть-чуть получше штанишки, да, и к ним еще можно какой-нибудь глиф нацепить временно. Давайте посмотрим, мощь Квена. А, ну только мощь Квена я не могу, получается. Ну, посмотрим, что еще у меня есть интересного. Мощь Арда, сила атаки не могу, отравление не могу, равновесие тоже, это все для мечей, вот это могу еще, мощь Аксия. Так, мощь Арда 5%, но я им редко когда пользуюсь. Смотрим дальше. Это все не подходит, мощь Ирдена, 5% мощь Ирдена, неплохо, 5% мощь Аксия, вот это здорово, по-моему. Пока наш фаворит. Так, смотрим дальше. И это все, к сожалению, для мечей получается. Ну что ж, хорошо, 5% мощь Аксия, я думаю, что мы его поставим. Неплохие у нас доспехи получаются, очень даже неплохие. Но можно сделать и лучше, мы уже даже сделали, получается. Правда, не нашли пока что мы ни штаны улучшенные, ни перчатки, как ни странно. Поэтому я думаю, что в следующей серии мы отправимся, собственно, дальше по ведьмачьим охотам за сокровищем и возьмем улучшение древности шкота школы 2. Так, это у нас меч, штаны и перчатки как раз, да. Вот видите, то, что нужно. То, что доктор прописал. Ну что ж, дорогие подписчики, спасибо большое, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии. И, в общем-то, до новых встреч на просторах канала Epic Type. Пока-пока.